Друзья мои, я сходила во всем своим делам сегодня, сделала все документальные вопросы сегодня, хотя должна была сделать вчера, но после того, как мне прищемили руку в железной двери, у меня, если честно, не было на это сил. Еще и Дамир ударился головой, прищемил себе руку. Не работал светофор, я решила, что это знак никуда не ходить. Кто-то опять колупался в нашей замочной скважине. В общем, я все бросила и пришла домой. Я никуда не ходила, поэтому сегодня я сходила в магазин. И сегодня я сходила в две инстанции, которые находятся в одном офисном здании, так сказать, вот, и решила свои вопросы. Вот. Не до конца, так как я делаю себе полис не временный. Я же недавно получила гражданство, паспорт, прописку и все такое прочее. У меня до этого времени был все время временный полис медицинский, а теперь у меня будет не временный, а постоянный. Вот. Правда, с привязыванием к поликлинике могут возникнуть проблемы, потому что я терпеть не могу поликлиники, всякие вот эти вот. Я уже рассказывала, как нам нахамили, как будто я пришла... Короче, давайте посмотрим покупки сначала. Два багета, хачапури. Дальше, слойка аппетитная, вкусняшка, начинка куриное филе, сосиска в тесте. Дальше, три вот таких вот утка, лосось и говядина, мини-порция от Шеба. Дальше, драйв вот такой вот, киндер-шоколад. Сфоткать, сфоткать. Покупальщики в инстаграмчик. Энергетик, я уже столько раз с энергетиком этим появлялась, ладно. С клубничной начинкой, вот такой вот, ну, написано пончик. А где дырочка? В пончике должна быть дырочка. Вы дырочку забыли? И, наконец-то, сиси-кэт вот такой вот, с голубой глиной. Ваша кошка останется довольна. В общем, вот такой вот шикарный наполнитель купила, вот как всегда, вот. Ну ладно, сфоткаюсь с энергетиком. Заходите ко мне в инстаграм, у меня там много фотографий. Я общаюсь в директе со своими зрителями, подписчиками, со своими, так сказать, друзьями канала. А те, кто присылает мне донаты, всегда в первых... А я еще купила вот такие вот стики от Hits сиреневые. А те, кто высылает мне донаты, они всегда самые первые в курсе всяких разных новостей, касаемых нашей жизни, нашей семьи, наших планов и так далее. И именно они первыми уже узнали, что у нас намечается на весну, лето следующего года, и какие грандиозные планы и перемены произойдут в нашей жизни. Ну, а те, кто мне донаты не высылает, вот, узнают об этом в этот период, практически через год подождут и узнают, что мы делаем, и что мы собираемся делать, и так далее, и тому подобное. Я уже тут в домашних штанишах своих красных, я уже переоделась. Поправила заколки, волосы, потому что аж... Да иди нахрен, задрали эти мошки. Их полно на улице, там такое количество мошек. Я сегодня даже... Они прям в глаза мне полетели, я остановилась, мне даже на блеск для губ прилипла одна мошка, и от нее еле избавилась. Ужас, я ее сняла, посмотрела на себя в зеркало, сняла эту мошку. Это самое, она мне к пальцу прилипла, я давай ее с пальца вот так убирать. Там же это... Господи, там в Самборе появились новые корзины. Они так лихо едут, так лихо летают. Такая шумахер с корзиной по супермаркету. Это нечто. Мне очень понравились эти корзины. Они новые, и они пока еще с нормальными колесиками. Они пока... у них еще колеса пока не отвалились, они не останавливаются постоянно, там не заедает ничего от мусора, волосни, там еще чего-то, которые уже насобирали эти колесики на старых тележках. В общем, все шикарно так, вот. Иду так, блин, ну прям вообще эмоции. Сходила женщина в супермаркет, с тележкой поигралась. О радости полные штани. Короче... Спасибо тем, кто говорит, что у меня замечательный русский язык и приятный голос. Мне очень приятно. На самом деле у меня есть дефект речи.
Я часто разговаривала на суржике, у меня есть украинский акцент, но мне все равно так приятно.